Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 17 марта. Страдание святого мученика Марина. Святой мученик Христов Марин, будучи христианином и видя, как язычники приносят в жертву своим кумирам не только бессловесных животных и птиц, но даже людей, воспламенился божественной ревностью, и в то время, когда совершался праздник в честь бездушных идолов, отправился на место, где приносили жертвы, и разрушил жертвенники, а бывшие на них жертвы потоптал ногами. При этом он обличил нечестивых жрецов и исповедал себя христианином, сказав: «Я верую во Христа, единородного Сына Божия, сотворившего небо и землю, море и все, что в них». За это язычники, схватив его, избили сперва палками, а потом стали бить камнями по устам, причем выбили ему зубы и волочили за волосы по земле. После всего этого святой мученик был связан и приведен к правителю области, по повелению которого после многоразличных мучений ему отсекли мечом голову. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.